Шахтеры каждый день рискуют своей жизнью, спускаясь в недра земли с целью добыть полезные ископаемые. Сюжет сериала «Черная любовь» разворачивается вокруг простого работяги, которому не очень повезло в жизни. Трудясь каждый день в турецкой шахте, главный герой по имени Кемаль оказывается в центре событий. После прогремевшей на всю округу трагедии, унесшей жизни десятки шахтеров, в другое время он знакомится с потрясающей красавицей Нихан, которая родилась и выросла в богатейшей семье. В один час из простого рабочего Кемаль превращается в вероятного наследника целого состояния, но не повлияет ли его на это добрый характер? Сможет ли бывший шахтер сохранить уважение окружающих и сберечь любовь Нихан? Отец девушки выступает против их союза и делает все для того, чтобы не женить наследницу семейства на недостойном ее любви человеке. Молодым и возлюбленным приходится выбирать, что для них важнее – собственные чувства или ответственность перед семьями и нежелание менять устоявшийся образ жизни. Сериал «Черная любовь» рассказывает нам о необычной судьбе обычного человека, который может в одночасье изменить свою судьбу. Посмотреть очередную заключительную серию сериала «Черная любовь» вы сможете уже 22 июня. Всем спасибо за внимание, до встречи, пока!